Всем привет на канале Мосолимп. Сегодня у нас в работе Равон R2. Автомобиль уже разобрали. Сейчас подготавливаем поверхность проклейки. Все будем обезжиривать, вымывать. Пока краткий обзор по штатной шумоизоляции. Можно сказать, по ее отсутствию. Вот такой вот нового багажника. Голая арка. Небольшая полосочка по левой стороне, по правой вообще тишина, ни одного кусочка вибра. Разобрали также крышу, вот автомобиля скинули. Та же самая картина, вот такой кусок вибра. Назовем ее штатный приклеен. Производитель, все, вот так она отвалилась. Все. Двери автомобиля. Тоже мастер подготавливает, все обезжириваем, вымываем. О, обзор по шумке в дверях. Вернее, по полному ее отсутствию. Вообще ни одного кусочка в дверях нет. Виброизоляции. Металл звучит как барабан. Соответственно, весь шум с улицы идет, вибрации по кузову и так далее. Разобрали салон автомобиля. Что мы видим здесь? Впереди автомобиля тоже никак не обесшумлен, ни одного кусочка вибра. Ну и сзади, в местах задних пассажиров, немного проклеили. Как следствие, все это ведет к вибрации, к шумам, беспокоящим водителя. Все это мы проклеим, обесшумим, и будет в автомобиле комфортно. Приступаем к работе. Заканчиваем проклейку крыши на Равоне. Проклеили первый слой гидроматериала. Прокатаем валик. И будем приступать к проклейке второго слоя. Продолжаем работу. Закончили проклейку крыши. Проклеили второй слой. Слой шумопоглощающий. Вот так теперь у нас упакована крыша. И будем ее собирать. Закончили проклейку Равон вибропоглощающими материалами. Идет прикатка материала. Уже заканчивали. Проклеили багажник. Арки у нас проклеены усиленным материалом. Наиболее шумные места автомобиля. Все, весь материал предварительно разогревался. И при проклейке все, конечно, прокатывается. Вот так теперь у нас закатан багажник. Салон прокатываем. Тоже салон у нас практически готов. Проклеено, прокатываем. И закончили 4 двери. Тоже нанесли, проклеили первый слой вибра. И, конечно, прокатали. Вот так теперь у нас выглядят двери. Уже шум, звук глухой у двери. А будет здесь еще проклеен шумопоглощающий материал. Все, продолжаем работу. Закончили проклейку шумопоглощающими материалами. Проклеили арки. Проклеили пол багажника. По левой стороне заклеена арочка. Проклеены крылья все. Закончили проклейку салона. Вот таким ковром у нас теперь заклеен весь автомобиль. Два слоя вибра и шумопоглощающий. И проклеили 4 двери. Полностью дверь закрыта шумопоглощающим материалом. Так выглядит это поближе. Все, автомобиль полностью готов. Будем собирать. Закончили сборку автомобиля. Весь пластик, все детали сидят на своих штатных местах. Никаких следов сбора-разбора автомобиля не оставляем. 3 года гарантии на наши работы. Антискрипт дверей делаем в подарок. Полный фотоотчет на диске. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Всем пока!